Что вам надо? Туше. Бежал. А жаль раз. Друг, что сделала с тобой каторга? Что с тобой, старина? Я еле узнал тебя. А вот и ноги. Ты что здесь делаешь, а? Ах ты, разбойник! Да как ты смел? Держи его! Лови! Держи его! Лови! 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 Та-та-та-та-та! Король наш добрый договор забыл надеть штаны. А без штанов, сознайтесь вы, не ходят короли. Ай, дигидон, ай, дигиди, не ходят короли. Ай, дигидон, ай, дигиди. Ходят короли, король наш добрый договор похотился в лесах, но серый зайчик на него нагнал смертельный страх. Анигедон, анигедон, нагнал смертельный страх. Так, 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 бросим, бросим брёшки. Бля! А эти царственные птицы, какие у них гордые шеи. Правы, если бы не мои дела, парна. Я охотно бы сам превратился бы в лебедь. Фу. Жарко. А? Мальчик. Давай помогай нам Парнасу ловить рыбу. Тихо, не мешай людям работать. Ныряет, как тюлень. Прекрасно провели день. А, ничего, сработано. Мама! Я помнил, что она у меня в кармане, я бы не прыгнул за тобой в воду. Эту книгу подарил мне отец. Ты знаешь, в эти книги люди по воздуху летают. Покажи, Гаврош, что это? Это отец и сын. Они построили одному королю на острове дворец. Их звали Дедал и Икар. Они ему очень понравились, и он запер их в высокую башню. Тогда Дедал решил улететь и сделал крылья из перьев и воска. Как у птиц. Ага, но было здорово жарко. Воск растаял, Икар упал в море и утонул. Надо было бы сделать крылья жести. И жести. Ой, они собираются лететь на кастрюльках. Тогда бы никакие пузыри не помогли. А отец обещал мне сделать крылья. И когда он вернется с каторги... Гаврош, я принес тебе целый мешочек жести. Ты попроси отца, можно для меня сделать крылья, мне совсем маленькие. Тебе-то куда лететь? Я тоже хочу лететь. Говорят, есть такая страна,
где никогда не бывает холодно. И хлеб на деревьях растет. Ну да, хлеб на деревьях. На, рви! А то мы фараоны. Фараоны? Все фараоны жулики. Отдавай. Да, в другой раз не воронь, а то весь завтрак проворонишь. Отдыхаете, пташки? Ну, ты храбрец. Да, храбрец. А, Гаврош? А, мой парна. Пойдем-ка, Гаврош. Ты все где-то пропадаешь, а? А ты что, соскучился? Я давно разыскиваю тебя, Гаврош, дружочек. Карманы купоржуа. Она, не твое дело. Ты нам нужен. Арестован Бабы. Мы хотим освободить его от запряжки. Завтра ночью приходи к тюрьме Ла Форс. А что я там должен делать? Пустяки. Ты возьмешь веревку и взберешься по тюремной стене. Пустяки на тюремную стену. Ты все упрямишься, Гаврош. А я принес тебе новость. Я видел... Туше. Туше? Он что-нибудь сказал тебе о моем отце? Стану я с ним разговаривать. Он боится, чтобы его не узнали. Хорошо. Я помогу вам распрячь Бабе. Но где мне найти Туше? Наверное, у жены. Только торопись. Сегодня из дома Горбовы стеляют. Пойдем на вы. Сейчас иду. А, мы зайдем за тобой, Гаврош. Что происходит? Не смей меня трогать! Пусти! Я буду жаловаться. Ну, живи, старик! Давай я сам! Господин Горбов пожаловал. Передайте господину Горбову, чтобы не задерживался. Господин Горбов, господин Горбов, жаль. Господин Горбов, господин инспектор полиции просит вас не задерживаться. Что такое? Господин Жавер просит вас не задерживаться. Пустяки. Мы еще рассчитаемся с тобой, господин Горбо. Ты что, на галеру захотел? Проклятые буржуа! Давай, Горбо! Ну подожди, господин Горбо! Мы еще встретим с тобой! Выселен. Остановка за прачкой Туше. Говорят, она тяжело больна, а теперь заперта. Жанна, родная моя,
Только не волнуйся. Беги, беги скорее, Роман, беги. Это скоро кончится. Я пришлю сестру, а она возьмет не думай, тебя. Беги. Именем короля откройте! Сломай. С каторги прямо в Париж. Да. Взять его. Ну. Господин Стерн. Господин Стерн, пощадите. А? Не надо. Жан. Опять запрягли. Я должен поговорить с ним. Устроить им представление. Я знаю, ребята, уже отвлечь врага. Налаживай свою батарею, Жозефе. Сегодня здесь ничего не подстрелишь. Я это вижу, Марсель. Сегодня я играю даром. Можно купить на последний грош. Возьми, получай свое счастье. Твоя планета Уран. Тебе суждено быть счастливым и жить во дворце. В нем будет столько комнат, сколько у тебя детей. Вот это ловко. Надейся и жди. Мои предсказания щедры, но сам я ночую под куполом неба. Ну что ж, в таком дворце места хватит для нас. Thank you.
цветы, мадемуазель, и покупаю их только у вас. Слушай. Человека, которого сюда привели. Повидать Туше? Да, Туше. Попробуй его теперь повидай. Да, вряд ли он скоро отсюда вырвется. Ты так думаешь? Чего вы стучите? Ступайте отсюда. Вы здесь больше не живете. Мать ваша умерла. Отца отправили в тюрьму. Слышь, ломит, словно в собственный дом. О, Пресвятая Дева Мария, простите меня, мои души. Скажи, Андре, куда им деваться? Целой толпой эти люди шли за город. Они роют там ямы, прячем эти норы своих детей. Завтра мою семью все скажу. Значит, дети отданы улице? Мне хотелось кричать, парижане! Ведь это вы в 30-м году завоевали свободу. Народ легко увлекается, но так же легко и остывает. Это говоришь ты, Богорель! Так дальше не может. Пора браться за оружие. Париж готов восстать. Народ запуган кровавыми расправами. Ты ошибаешься, Богорель. Народ, совершивший революцию, бесстрашен. И такой народ победит, Богорель. Анжельрат, из комитета. Что нового? Друзья, час мужественных решений настал. Комитет постановил призвать к восстанию. А если народ не пойдет? Не пойдет народ? Народ, который изнемогает под бременем налоговой нищеты? Простой рассказ о жизни нашего народа леденит сердца. Во Франции 360 тысяч хижин лишены дневного света из-за варварского налога на окна. Есть крестьяне, которые пекут хлеб раз в 6 месяцев. Они разрубают этот хлеб зимой топором и размачивают его сутками в воде, чтобы его можно было есть. Народ готов к борьбе. Да здравствует народ! Да здравствует народ! Спокойствие. Ни один из нас не должен выбыть из строя. Расходитесь по районам и будьте готовы по первому зову взяться за оружие. Я берусь доставить оружие. На Монмартре есть оружейный склад, там свои люди. Очень хорошо, Пробер. А, действуй. Я поговорю с каменщиком немецкой заставы. Мадлен! Жак, отпечатает сегодня же ночью и передай Мадлен.
с вами, ребят? Нам негде спать. Только-то. Марш за мной, мелюзга. Вы сегодня обедали, ребят? Нет, сударь, мы ничего не ели с утра. Разве вас нет ни отца, ни матери? Мы жили в доме Горбо. В доме Горбо? Уж не дети ли вы туши? Да, сударь. Вот так история. Ну ладно, малыши, сейчас у вас будет ужин. Пошли за мной. Ну ты, чего пришел? Здесь не подают. Ну? Ну-ну, убери свои грязные лапы. Я хочу влево. Отойди, отойди. Эй, Гарсон, а все деньги хлеба? А деньги? Пожалуйста. Это что такое? Давайте нам белого хлеба, лучшего белого хлеба. Я угощаю. Настрой, гарсон. Режьте на три части. Пожалуйста. За деньги хоть на шесть частей. Лопайте, ребятки. Ну, пошли, пошли. Это живой сынок? Нет, это памятник. Крабкать, я расположился в его брюхе, не спросясь фараона. Правда, я еще не успел нанять швейцара. Придется самому открыть дверь. Осторожно. Чего? Мы сейчас зажжем канделябры. Ну, полезайте пигалицей. Здесь и для вас хватит места. А что там? Там у меня гостиная. Здесь спальня. Вам постель, можете ложиться и дрыхнуть до утра. Я боюсь. Если я здесь, тебе нечего бояться. На вот, держись за мою руку. Ну ладно, больше не буду. Спи, спи. Сударь, сударь. Чего тебе? А что это такое? Крысы. Сударь, а что такое крыши? Это
кошки и мыши. Сударь, а почему у вас нет кошки? У меня была кошка, только ее съели. А кто ее съел? Крысы. Мыши? Ну да, крысы. Сударь, а нас не съедят сегодня мыши? Не бойся, малыш, за одну ночь крысы тебя не съедят. А завтра утром я приведу тебя отца. Ну, спи, спи. Не реви. Мы такого храбреца не пустим спасать Бабель. Нам бы только застать Гавроша. Ну вы, Гаврош. А, идем, мы приготовили веревки. Послушай, душа опять поползла по фараонам. Ты предупреди Бабе, чтобы он помог спасти Туше. Тогда и я помогу тебе. Ну вот. Может быть, нам спасти всю тюрьму. О, с нас хватит и своих. В таком случае я не советую тебе одевать свою новую шляпу. Что? Тебе самому придется лезть на тюремную стену. Чего ты с ним? Замес! Вот как? А, мы возьмем на вы. У него шляпа постарше моей. Пошли на вы. Гаврош, Гаврош, ну, брось. А, Гаврош, ну, зачем нам ссорить? Ну, хорошо, мы дадим тебе Туши, а ты нам, Бабе. А, мы пойдем за тобой. Подходить к памятнику сражающих.
Гаврош, ты здесь? Гаврош, что это у тебя здесь хозяйничал? А? Фрауны? Ты что, умывался? Еще что выдумал? Сбрось. Вот что, я решил поджечь дом Горбо. Пусть он тоже поспит под забором. Но в этом не поможешь. Поджечь? А как же ты его подожжешь? Купим керосину. А деньги? Пустяки. Завтра на площади пряничная ярмарка. Пошли. Чтобы раздобыть деньги, пусть займется каждый, чем сможет. Пошли. Пошли. Ты знаешь детей Туше? Конечно. Хотел бы я знать, куда их запрятали фараоны. Мадлен. Какое прекрасное утро, Жак. День будет еще лучше, Мадлен. Мальчик, мальчик, помоги мне перейти улицу. Ты видишь этого человека? Веди меня за ним. Ну. Пусти! Ты что? За тобой фараон. Давай сюда. Здесь еще ни один вор не попадался. Ты что, хотел что-нибудь свистнуть? Я не вор. Не вор. Если не вор, чего же за тобой гоняется полиция? А ты думаешь, полиция гоняется только за ворами? Послушай-ка. Ну? Не встречал ли ты среди гоменов мальчика по имени Гаврош Веларги? Гаврош? Да. Встречал. Это хороший малый. Да? А зачем он тебе понадобился? Видишь ли, отец этого мальчика погиб на каторге.
я не хотел бы, чтобы его сын стал вором. Что с тобой? Что? Ладно, я потолкую с ним об этом. Я пошел. Послушай, не можешь ли ты передать от меня Гаврошу вот эти деньги? Не надо. Я сам могу заработать. Ты? Вот оно что. Весенние фиалки! Фиалки! Весенние фиалки! Сюда! Сюда, что пожалуйста! Здравствуйте! Здравствуйте! Хорошие фиалки сегодня! Возьми! Здравствуй, Мадлен! Здравствуй, дедушка! Чем пахнут сегодня фиалки, Мадлен? Порохом. О, славно, да. Весенние фиалки! Тебе фиалки? Идите всех балагану фокусника. Нужно собрать на пути. Понял? Что балаган? Так вот какими фиалками ты торгуешь? Ну? Какими? Следуй за мной в Париж. Что ты еще в Париж? Пойдем! Полиция! Для вращения лягушки в поля и обратно, и обратно в кролика. Таинственное исчезновение живой женщины в туалете. Невероятная и жуткая игра с огнем и с факелами. Мор, те люди, в чьих сердцах страдание и позор.
Скоро титул ваш, не признанный никем, корзину скатится, окровавлен и нет. Смотрите, чем развлекают народ. Наряжай! Парижане, рабочие на Монмартре строят баррикады. Вперед! Под свободу! Луи, выломите ворота и тащите на баррикад. Гастон, надо достать жаровню. Ролан, давай-ка сюда оружие, скорее. А Прубе все нет? Ну разве ты не знаешь Прубе? Он будет рыскать по Парижу, пока не набьет свою тележку оружием доверху. Вот что, возьми своих каменщиков и укрепи низ баррикады. Ладно, каменщики Менской заставы, за мной. Сыграй нам песню, старик. Стой! Кто идет? Стой, погоди. Эй вы, любители музыки, кому не хватает инструментов, идите получать. Это Прубе. А, наконец. Ну, крошка отлезает персонала. Ну, живо разбирайте. Молодец, старина. А ну? Теперь гости могут являться. На этих инструментах мы сыграем им хороший тур. Ого! А это что такое? Оружие. Я прихватил его в одном музее. Лишнее оружие никогда не помешает. Вот, петь самого Карла Великого. Охотно верю. Ты вылитый Карл Великий. Вот это хорошо. Я чертовски проголодался. Чем там у тебя суп, подлец? Фрикадельками. Фрикадельками из свинца. Они маловаты ли? А вот мы прибавим. Ну-ну. Друзья, нужно поискать еще немного свинца. Сейчас будет, пожалуйста. Сейчас я принесу. Ну, давайте же весь. Отнесешь эту записку на баррикаду Сан-Марти. Стой, куда? Стой! Ты куда бежишь? Ты разве не знаешь, что здесь нельзя ходить? Ты куда бежала? Я за углом к бабушке опоздала. К бабушке опоздала? Каких это пор гвардейцы стали воевать с женщинами? Ишь ты какая, а? А ты еще что такое? Ну вот, тронуть нельзя. А в это время восставший грабит винную лавку. О, где? Кто грабит? Вон там за углом. Бежим. К бабушке опоздала? Да. А-а-а, цветочница. Да, цветочница. Недурная встреча для начала. Гвардейцы сюда! Куда? Пусти! Стой! Гвардейцы! Гвардейцы, держи! Давай сюда керосин. Смотри, не облей мне штаны. Сейчас мы устроим из этого дома факел. А господин Горбо переночует день под забором. Гаврош, ты не вздумай раскладывать огня вдоль фасада. Гюльмер и Бабе хотят поработать здесь в роли пожарных. Они будут таскать вещи из огня. Тебе понятно? Те, что поценнее. Я разложу огонь здесь, иначе дом не сгорит. Но-но.
Ты ведь сам знаешь, чем это пахнет, если Гюльмер и Бабе пробудут здесь зря. А-а-а, малютки. Дурак, неужели ты думаешь, что твоих щепок загорится этот дом? Давай, давай! Чего? Гаврош! Кто? Куда? Ну, Гаврош! Мадлен, что? Гаврош, мне необходимо пробраться на улицу Сан-Марти. Меня узнал буржуа. Я шла с запиской от Туше. Туше? Где? Разве ты не знаешь? В Париже восстание, на улицах строят баррикады. Как мне выбраться отсюда? Гаврош, дружочек. Ты что медлишь? Тебе мешает эта дама? Мы можем убрать ее. Не суй нос в чужие горшки. На улицах строят баррикады. Ну, начинай. Сегодня иллюминация не состоится. Вот ты как заговорил. Что он струсил? Для своего фейерверка сам доставай свечи. А? Не уйдешь. Ищи, ищи. Ну, попади, ищи. Мадлен, тебе здесь не пройти. Я отнесу твою записку. Ты? Хорошо. Только смотри. Смотри. Что, сомневаешься? Прячь получше. Ладно. Эй! Передай Туше, что записку понес Гаврош, сын каменщика Виларде. Довольно добрый дом, как перво был надежданный. А без самого-то, знаете, свист не ходит короли. Ой, Вицтон, ой, Вицтон. Ходят короли, они дон, они день, ходят короли. Король наш добрый договор забыл надеть. Неплохая тележка. Она может пригодиться для баррикады. Мобилизованная труха. И, видно, напился со страха. Мундир тоже пригодится. Габер походился в поля. Первый тайник от него сельца. Один. Ой! Ты куда бежишь? Дрянной мальчишка! Сударь, я вас еще ни разу не обругал. За что же вы меня оскорбляете? Я тебя спрашиваю, ты куда бежишь, негодяй? Стой! Виноват. Чего вы хотите? Очень немного, сударь. У меня здесь за углом магазин церковной утвари. Ведь если дело пойдет так дальше, так у меня не останется ни одного покупателя. Я все же не понимаю, чего вы хотите. Не будете ли вы так любезны, сударь, пойти убивать друг друга, виноват, немного подальше? У меня из-за вас остановилась вся торговля. Мне же ведь нужно платить налоги. Но? Виноват. Не лучше ли вам будет перенести вашу баррикаду, ну, хотя бы сюда? На площадь ратуши. Виноват, конечно, на площадь. Нет, вы уж разрешите нам остаться здесь. Может быть, вам могли бы пригодиться церковные купели. Они сделаны из превосходного свинца. Свинец? Ну так тащите же сюда ваши купели. Виноват.
мы вам заплатим. Через четверть часа они будут у вас. Вот, давайте же. Туша. За вами, не забудьте, что я был вашим поставщиком. Не забудем, не забудем. Господин генерал, донесение. Орудие готово? Так точно. Открывайте огонь. Слушаю. Начать. Огонь! Живо! Артиллерию! По улицам палят мерзавцы. Пушки! А ну-ка еще! Слушаю! Огонь! Во дворе особняка Горбо пушку. Через час от баррикады могут остаться одни щепки. У нас есть только один выход. Несколько человек, переодевшись в форму национальных гвардейцев, должны пробраться во двор особняка Горбо и взорвать эту пушку. С вами пойдет Туше. Здесь все, что нужно для троих. Кто из вас согласен? Меня пошли. Я пойду. Я пойду. У нас только три мундира. Одному из вас придется остаться. Ты мог бы остаться, Пруве. У тебя жена и трое детей. Пусть останется Марсель. У него не меньше. Вы что, с ума сошли, ребята? На войне нечего вести счет семьям. На войне надо воевать. Назначьте сами, кому идти. Гаврош! Кому здесь не хватает мундиров? Вот. Здравствуй, приятель. Я привел тебе Гавроша. А ты думаешь, я не узнал тебя тогда? А когда я шел сюда, я знал, что ты здесь. Я принес ответ с баррикады Сан-Марти. Молодец.
штаб приказывает удержать баррикаду во что бы то ни стало. Через несколько часов нам пришлют подкрепление. Что касается патронов, то их надо беречь. На дело, друзья. Бой готовьте. Душа! Гаврош! Ой, как хорошо! Я так хотел тебя видеть! Ну как мои ребятишки? О, я устроил их, как ты просил. Я отвел их на улицу Ревали, к твоей сестре, к тетке. Ну, спасибо, приятель. О, смотри, фараон. Кто вы такой? Шавер? Фараон! Кто? Фараон где? Сейчас же выкладывай все, что у тебя есть. Полицейский. Он составил полицейское донесение о расположении нашей баррикады. У него отмечены незащищенные ворота, которые он охотно открыл бы для господ. Не вышло! Дай ему! Дай-ка я с ним поговорю! Не вышло! Мы расстреляем его. Последним патроном, если нам придется покинуть баррикаду. Опасно. Но если мы победим, его будет судить революционный трибунал. Правильно говорю. Старая пословица говорит, если ты вынимаешь разбойника из петли, берегись, чтобы он не накинул веревку на твою шею. Стало быть, этой веревкой надо связать ему руки. Гант, оставляю вам, а дудку беру себе. Приготовиться к бою. Берегите патроны. Это последние. Берите. Там 5 штук. Больно стоять у ворот. Каждый лучше сейчас дорого. Стоит баррикад! Подождите, меня тут ставят. Уходи, 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 уходи
меня, что ли? Тебя, тебе иди. Иди сюда. Капрал, иди сюда. Подождите, вот сейчас. Я тебе покажу. Зачем мне показывать? Капрал, подожди. Капрал, сюда. Капрал, ты его знаешь? Нет, не знаю. Он забыл, забыл. Что ты, Капрал? Чего ты говоришь? Взять его! Сяви! Королевская пушка взлетела на воздух! Молодчага душе! Это он заткнул ей глотку! Так-то легко сломать нам шею. Патроны. У нас будут патроны. Много-много. Я их достану. Thank you.
тебя, мама. Любишь? Патроны. Принесли? Хорошо. А мое ружье? У меня.